В Харганинской области идет строительство объездной дороги. Северо-восточный обход станет частью транспортного коридора «Центр-Юг» и снизит нагрузку на областной центр. Каждый день через Караганду проходит около 20 тысяч транзитных машин. Глава региона проинспектировал строительство нового автобана. По Нурлыжову идет реализация. Это на особом контроле президента этот вопрос. Я лично буду приезжать месяц раз. Какие проблемные вопросы будут, мы будем помогать решать. Новый автобан в две смены возводят 700 человек. Развернуты три производственные базы, где налажен выпуск бетона и щебня. Например, мощность этого завода на восточном объезде 360 тонн стройматериалов в час. Всего на данном объекте должны мы завести грунта на дорогу, на тело насыпи порядка 4 миллионов тонн. На сегодня порядка 60% земляные работы выполнены, продолжается. Порядка 66 труб водопропускных предусмотрено. Четырехполосная объездная дорога протяженностью 48 километров позволит автомобилистам, минуя город, выезжать с автобана Караганды-Астана на Алматинскую трассу. Северо-восточный обход предполагает строительство 6 транспортных развязок, 4 путепроводов и моста через Сокур. 200-метровая эстакада пройдет над железной дорогой и рекой Солонка. Высшая категория дороги. Новые технологии, последние годы вот внедренные технологии. Общая толщина дорожной одежды где-то будет 80 сантиметров из различных слоев. Строительство северо-восточного обхода обойдется республиканской казне в 35 миллиардов тенге. Опробовать новую дорогу автомобилисты смогут в ноябре следующего года. Марина Золотарева, Василий Савкин, Асета Саинов, Карагандинская область, Хабар 24.